Фестиваль «Вместе ярче» при поддержке ульяновского филиала Т-Плюс стал элементом празднования Дня города. Изучить интерактивную площадку жители приходили с самого утра. С собой ульяновцы забирали только положительные эмоции и новые знания об электропотреблении и экологии. Компания Т-Плюс неразрывно живет в этом городе, существует, обеспечивает горожан теплом. Мы уже традиционно стали участником этого мероприятия. Не первый год организовываем, так скажем, энергодом. Сказочные герои Теплослав, Гекалория и Капелька рассказали ребятам, откуда берется тепло и свет, поделились советами по сохранению энергоресурсов планеты. А чтобы информация лучше усвоилась, проводили тематические игры. За правильные ответы, креативность и вовлеченность дети получали памятные подарки и полезные сувениры. Кроме того, ребята участвовали в увлекательной викторине, раскрасили одну из стен энергодома с правилами. Своими эмоциями они поделились с родителями, а для них главная отрада – счастливые глаза родных. Спасибо за эмоции. Ребенок довольный, не хочет уходить. Очень хорошо доносит информацию в доступной форме для ребенка. И потом как бы обратная связь и вопросы задают. Пока дети играли, веселились, придумывая необычный образ, рисуя яркий аквагрим, взрослые жители города могли быстро и просто подписаться на электронную квитанцию за отопление и горячую воду и тем самым внести свой вклад в сохранение окружающей среды. Такую возможность им предоставили специалисты ульяновского филиала «Энергосбыт Плюс». Александра Никитина и Олег Тоньшин, Управда ТВ.